Всем привет, это канал Queen Surprise. Сразу извиняюсь за свой голос, немножко простыла. Сегодня у нас обзор розовых киндер-сюрпризов Apple Edu «Оживи свою игрушку». Откроем с вами 18 сюрпризов, обязательно досмотри видео до конца, посмотрим с вами, какие сборочки нам попадутся. А главное, не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто любит киндер-сюрпризы, ставь лайк и поехали! По вашим просьбам мы вот решили снять обзор на розовые киндер-сюрпризы, они для девочек считаются. И мы еще заметили, когда собирали их по всему нашему городу, потому что их очень мало осталось, некоторые сюрпризы у нас из коробочек, из троечек. И они отличаются по цвету. Видите, здесь побледнее, здесь более насыщенный розовый цвет. Взвешивать мы их не стали. Будем по звуку определять, кто там нам попадется. Так. Какая-то феечка нам попалась. И вот можно скачать приложение и оживить эту куколку, которая нам попалась. Собрали мы феечку. Вот такая фея, ну, честно говоря, лицо, ну, очень просто нарисовали, просто две точки, знаете, как будто ребенок разукрашивал. А так, в целом, пластик неплохого качества, и у нее эти крылышки вот так вот закрываются, и она превращается в колечко, такое вот колечко. Следующее яичко. Наверное, все-таки эти сборочки получше, потому что белых куча везде киндер-сюрпризов, а вот с розовыми прям туго, правда. Так, нам какой-то цветочек попался в горшочке. Собрали мы цветочек, вы представляете, у него вот сами лепесточки не из бумажки сделаны, они тканевые, и функция такая у него. Тут внутри, видите, как кусочек, как пенопласта, что ли, что-то вот в этом духе. И здесь нарисовано, нужно налить холодную водичку, и сработают законы физики, и цветочек как будто бы вот так приподнимется и вырастет. Все-таки решили проверить. Давайте водички туда нальем. Да, видите, он? И он вырос. Если честно, непонятно, почему именно холодная вода. Мне кажется, туда любую воду налей. Вообще беззвучная. И он все равно приподнимется. Так, а это вертушка. Сразу узнала. Такая вот с дракошкой. Получилась вот такая вертушечка. Только мы почему-то здесь драконов нашли. Замков много. Наверное, он где-то внутри. Так вот она крутится, волчок. Следующее яичко. Шоколад быстро таять начинает. Ага, нам попалась повторочка. Вот такие вот игрушки попадаются и в белых яичках для мальчиков. Здесь ананасик, и у него листочки как трафарет. Можно срисовывать на бумажечке. Вот такой ананасик получился. Видите, здесь мороженка нарисована, ананасик. Тукан, солнышко, пальма. Ой. Чуп отвалился. Классный он. Мне очень нравится. Следующий сюрпризик. О, еще одна вертушка попалась. Такая же интересная. Да, точно такая же. Вот первая повторочка у нас. Следующий сюрпризик. Так, по-моему, еще одна повторочка. Судя по куколке, да-да-да. Еще одна нам колечко попалось с феечкой. Вот с белыми яичками такого не было.
Там как-то закладка получше была. Ну, может, конечно, еще зависит... О, еще одно колечко, но другая феечка. Наверное, это все-таки еще зависит от того, если ты в одном месте покупаешь, или вот как мы в нашем сегодняшнем случае, мы везде их собирали. Вот такая вот бирюзовая. Вот такая куколка получилась. Неизвестно, сколько их в коллекции. Может быть, еще есть только других цветов. Вот. Ой, я ее неправильно собрала, представляете? Вот так она присоединяется. Да, теперь она закрывается и одевается на пальчик. Красота! Следующее яичко. Будем надеяться, что у нас на повторочках все теперь это закончится. О, что-то интересное. Ух ты, какая-то птичка с птенцом. Собрали мы птичку, получилась вот такая вот яркая, классная птичка. Она поистине очень милая игрушка, потому что эта птичка со своим малышом, и она его закрывает крылышками, обнимает. Наверное, защищает от хищников, прячет. Классно, мне очень нравится. Следующее яичко. Так, еще что-то интересное. Ой, нам божья коровка попалась, и это браслетик. Вот такой вот милый браслетик с божьей коровкой у нас получился. И это тоже не бумажка, а ткань. Классно, яркий такой. Дальше сюрприз. Тоже беззвучное яйцо. Но пока только бумажки в вертушках попадались. Будем надеяться, что больше мы их не увидим. Ух ты! Нам попался мишка-печатка. Белый мишка. Достаем мишку. Только тут можно, наверное, даже оставлять след. Допустим, с пластилином, когда играешься с каким-нибудь. Так вот, мишка классный. Машет лапкой. Всем привет! Хороший такой. И он, видимо, на льдинке сидит. Так, эту льдинку нужно как-то снять вот так. И тут будет лапку будет он свою оставлять. То остается лапка его голубенькая. Следующий сюрприз. Ой! Уже птичка с птенчиком, только другого цвета. Вот еще одна мамочка со своим малышом. Голубенькие такие. В нежных тонах, и такие более яркие. Классные игрушки. Наверное, эта птичка его летать учит, своего малыша. Дальше. Да, игрушечки для девочек мне, конечно, гораздо больше нравятся. Так, тут у нас пытается убежать. У нас никто и ничто не скроется. Ух ты, тут какой-то человек снежный. Точно с Северного полюса. Собрали мы, и получился у нас вот такой вот интересный скалолаз. Как будто бы он по веревке куда-то ползет наверх. Тут не резиночка такая, видите, он как будто бы действительно ползет. А сзади у него вот такой рюкзачок с вещами. Опасно, конечно. Холодно. Явно где-то лазит, где холодно. Тепло одетый. Игрушечка хорошего качества. Следующее яичко. Да, интересно, прям разные игрушки.
всегда любопытно, кто же тебе попадется. Так, а такой нам попадался в белых яичках. Иглу и чукчи из него выпрыгивает. Такая вот иглу, убежище для чукчи, домик. Такая вот сам чукча такой. Люди, здесь есть кто-нибудь? Тепло одетый. Прицепили мы пусковой механизм. Теперь сажаем туда нашего чукчу в его домик. Такая мишень, куда он должен прилететь. И запускаем. Они все время отлетают в обратную сторону. Ну, можно поиграться. Дальше. О, какая-то сборочка попалась нам. Ух ты, какой-то дракон нам попался. Собрали мы вот такого вот дракона. Тут целая конструкция. Надевается она вот так на пальчик. И когда вы сгибаете, тут механизм такой, в общем, наверное, посильнее сгибать. И вот эти крылья, в общем, они вот так вот должны опускаться и подниматься, когда палец сгибается. А, вот, теперь работа. Надо подальше просто одевать. Конечно, если честно, больновато. Наверное, прям на детскую ручку, с учетом того, что у меня-то пальцы-то небольшие, в принципе. Ну, такая вот своеобразная игрушечка. Следующий сюрприз. Остается все меньше и меньше. Ой, их тут новенький. Нам попалась белуха, по-моему, да? Или дельфинчик. Сейчас соберем, посмотрим. Вот такой нам кто-то попался. Если честно, он на дельфина не особо мордочкой похож. Наверное, белуха это, да. У нее здесь колечко. Она как будто по волнам плывет, и у нее она поворачивается, видите, голову поворачивает в разные стороны. В общем, как будто бы плывет. Дальше. Кто тут? Ой, тут в яичке. Вот у нас дракошка из яичка вылупился. Вот такая вот дракошка нам попалась. У нее светло-сиреневая шкарлупочка. И она так вот берет, оп, и вылупилась. Девочка-дракоша. А между глазок у нее бриллиантик нарисованный. Так мы ее и назовем. Бриллиантик. Предпоследнее яичко. Грустно становится, когда они заканчиваются. Да, их так интересно открывать. О, по-моему, это браслетик. Так, тоже какое-то чудо-птица попалась. Вот такая вот неведомая птица нам шикарным хохолком попалась. У нее такие блестящие полупрозрачные крылышки. И она как будто бы, знаете, на лиане, что ли. Сам браслетик, как лиана. Так вот защелкивается. У Дашульки такой есть, только с бабочкой. Она его очень активно, кстати, носит. И последнее яичко на сегодня. Давай, попадись нам, самая классная игрушка. Ну, новенькая. Слушайте, всего две повторочки, это классно. Так, пингвиненок нам какой-то попался с механизмом. Здесь игрушечка с наклеечкой сюда вставляется. И здесь как будто бы скала ледяная за ним. Нажимаете, и он должен подпрыгивать вверх. Такая вот игрушка. Вот такие игрушки могут вам попасться в розовых киндер-сюрпризах.
Мне больше всего понравились птички с малышками, браслетики, ананас, мишки и цветочек. А как вам игрушки? Какие вам сборочки попадались в этих сюрпризах? Напишите в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, несмотря на мой голос, поддержи лайком и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем отличного настроения, а главное, не болейте. Пока-пока!